Слышно, что Нет. вещает женщина? Не Что? слышно? Что должно быть слышно? Но женщина говорит в громкоговоритель, вам не слышно? Нет. Как так? Вы родную мать не узнали? Кричит «Слава России!» И все руки жмут, и ноги кланяются. Если кикнете меня, то Путина поддерживаете. Нет, я могу просто поговорить, но идиота не включайте. Вы же не будете агрессировать на меня? Я еще раз говорю, вы не включайте идиота, я смогу с вами поговорить. Ну хорошо, я считаю, что нужно резать хохлов. Я считаю, что их нужно убивать. То есть вы разговаривать не хотите, да? Я только что разговаривал где-то сейчас. Нет, я хочу ваше мнение услышать. Я только что сейчас разговаривал с человеком, который... Я считаю, что нужно резать хохлов, говорю. Ну хорошо, ну вы потеряли эфир со мной, вы же... Алло, пизда рыжая, хули ты меня перебиваешь? Здрасте, здрасте. Здрасте. О чем поговорим? Сначала представьтесь. Ренат меня зовут. А вас как? Ренат? Ренат, да. Ренат, такое имя. Я знаю, девочка Рената, а Ренат я не слышал еще никогда. Нет, нет, Ренат, Ренат. Это обычное женское имя или 50-50? Нет, мужское, мужское есть, Ренат. Ренат, Рената. У меня у подруги внучка Рената. У нее сын. Женился на девчонке, по-моему, татарке. И дочку назвали, ну, внучку назвали. Да, да, имя татарское, татарское имя. Угу. И вы татарин? Нет, нет, я не татарин. Я чуваш. Чуваш. На вторую таджик. Чуваш и таджик? Да, да. Чуваш, таджик, вау. Я сейчас разговаривала с молодым человеком, и я говорю, что до второй половины 19 века людей невозможно было объединить в российской армии, потому что все, ну, рекруты говорили на своих диалектах. И когда им давалась команда, они кидались в разные стороны, не знали, что делать. Вы понимаете, что ваши языки, как бы, наверное, потеряны вот навсегда? У вас библиотек нет, да? Бабушки все перестали разговаривать. Я живу в Ростовской области, в Ростове, так что, ну, ну, я говорю, вы, наверное, по-чувашски не разговариваете, и по-таджикски тоже, да? Нет, нет, только мама. Я отец разговаривал, я по-русски. Ну вот, вот чувашский язык, куда он уходит? В форточку или куда? Нет, почему? Ну, если два человека разговаривало, а теперь ноль. Получается, не то, что в форточку, как бы, он исчезает. И вам не жалко? Я просто считаю, что русский язык, он объединяет. И вам никто не запрещает. Ой. Получается, притеснение, русский язык притесняет чувашский. Нет, нет, никакого ну, притеснения. У вас же нету, у вас же нету фильмов на чувашском языке, правильно? Звездные войны никто не перевел. Почему? Почему? Они есть, они есть. Звездные войны никто же не перевел на чувашский язык. Потому что большее количество людей знает русский язык. У вас нету школ, на которой на чувашском языке. Ваши, которые говорят. У вас чуваши, в России нету школ, нет школ на чувашском говорят, языке. Они говорят и на русском. Ренат, послушайте меня, послушайте Почему меня, это? Послушайте меня, послушайте меня. Чуваши, чуваши или чуваши, да? Сколько вам лет? Вот сколько лет Больше. Вашему народу? 20 мне уже. Вы не слышали? Сколько лет вашему народу? Я понимаю, что ну, вы не... Трудный вопрос, конечно, но... Ну, если я скажу, например, 1000 лет, я буду права? Нет, нет, больше, конечно же. Вот. Значит, больше 1000 лет, а может быть, больше 2000 лет, а может быть, больше 3000 лет. Ваши предки не ну, теряли... Как? Это... Понимаете, то, что, ну... Дайте договорю. Чуваши как... Чуваши они... Ну, давайте. Ваши предки соблюдали традиции, передавали язык. И жили до Москвы как-то. Как-то жили. Ну, раз вы дожили до Москвы, значит, вы хорошо жили. Голодомор вас не сломал, а может, его и не было. Войны не сломали, а может, их и не ну, было. Ну, как сказать, можно? Мы откуда? Вот не знаю откуда. Вы ведь не разговаривали на своем языке, не живя историей своего народа, вы считаете, что безродный. У украинцев нет безродных, у бурят нет безродных.
У бурят нет безродных. У жителей Саха... Ну, потому что... Потом... Чуваши, где все разговаривают... Где все свободно могут разговаривать на чувашском. Я понимаю, но, вы, но, вы-то, без, но вы-то безродные. По какой причине? Вы чуваш без языка. Вы не русский. То есть вы выучили русский, но вы чуваш без языка. Я считаю себя русским. Я считаю себя русским. У меня менталитет русский. Ну, я же не чистокровный русский. Ой, русский говорю уже. Я понимаю. Ну, значит, таджик, вы должны знать и таджикский, и чувашский. Вы понимаете, почему это я должен знать? Вы, я хочу знать русский. Вы без... По какой причине я должен его знать? Потому что вы чуваш. В Чувашии есть школы на чувашских языках? Ваша школа на чувашских языках в Чувашии? Нет. Там преподают чувашский, но он идет как второй язык. То есть у вас нет, у вас нет. Язык это русский. У вас нет школ на чувашских языках. Полностью на чувашских нету, да, конечно. И потому что идет притеснение. Пройдет еще 200 лет, пройдет еще 200 лет, если Российская империя не распадется, о вас никто даже не вспомнит, как никто не вспоминает там о мерях. Где мери сейчас? Все. Есть такое свойство, но ассимилируются народы. Нет, если, если вы жили тысячи лет до Москвы, и вы не ассимилировались, почему-то вас съела Россия, и вы с этим согласны. Вы понимаете, что чуваши... Что со временем... Нет, это не со временем, со это временем. Вы колонизированы. Вы со колонизированы. Все придет к тому, что... Куда все придет? Послушайте, тому, Россия распадется. Человечество... Россия распадется. Кем вы себя видите дальше? Вот после России. России нет. А с чего вы взяли, что Россия распадется? Смотрите, башкиры выйдут. Ленинградская область выйдет. Кубань выйдет. По какой причине они выйдут? Они хотят... Вы посмотрите, я могу сейчас, в принципе, я могу посвятить вам, например, 5 минут своего эфира, и вас какая интересует? Почему башкир включить, как бы, куда они выйдут? Или свободную Давайте... Сибирь? В общем, почему они собираются выйти? По какой причине? Они еще в 17 году выходили. У них уже выходили, давно, да, всегда, ну вот они сейчас выходят опять. Люди, всегда, это не недовольные люди, это чья это земля, то те они и выходят. Может быть, те, которые, грубо говоря, русские, так они могут в Россию уехать. Ну, у России будет уменьшаться. А вы откуда знаете мнение всех? Почему вы решили, что это все послушайте, так хотят? Послушайте, я не говорю про мнение всех. Есть земля, которая принадлежит какому-то народу, да? Например, грубо говоря, чувашам принадлежит чувашия. Башкирам Башкирия, да? Жителям Саха принадлежит земля Саха. Вот если и им принадлежит эта земля, то есть они могут с ней зайти и выйти, да? Вот жители Саха собираются выйти из России. Ну, почему вы так решили? Потому что некоторые... Я констатирую думают, факт. Говорят, что они хотят выйти. Послушайте, я не буду им говорить, что делать. Я даже не знаю, что, как бы, когда это произойдет. Я просто читаю, вижу эти новости. Я очень многие из этих людей показываю. Потому что, мне кажется, вы вообще не следите за новостями. Но в России происходит раскол. И под шумок, что прилетают дроны, сейчас все остальные вот эти национальности, еще раз говорю, Ленинградская республика не останется, Ленинградская область не останется в составе России. Она не останется. Она выходит под Даже названием... Если Ленинградская область будет выходить, ну, а какие у нее варианты останутся? Она будет окружена Российской Федерацией. Ну, как... Смысл ей выходить из Российской Федерации? Она не будет окружена. Она с ней, с другой стороны, находится Прибалтика и Финляндия. Ну да, но по большей части Российская Федерация контролирует. Ну и что? Новгородская, между прочим, этот великий Новгород, который раньше был республикой, он, может быть, тоже от единицы. Я не знаю, я не занималась еще Новгородом, но Ингерманландией я очень много занимаюсь. Ну, это им будет невыгодно. Им всем выгодно выйти. По какой причине всем выгодно выйти? Потому что никто не хочет ассоциировать себя с Россией. С чего вы сделали такие выводы, что никто не хочет? Опять же, я не нахожусь в эфире, чтобы переубеждать вас. Я просто рассказываю то, что есть. Вы можете потом... Я хочу послушать ваше мнение. Вам включить ролик про Ингерманландию, посмотреть. Они живут в Ленинградской области. Нет, я не хочу смотреть ролики. Вы мне сами объясните. Так какой у вас вопрос? Почему вы считаете, Потому что, что они не россияне, это ингерманландцы. У них история, которая уходит на тысячи лет. Как вот вы, чуваши, они ингерманландцы.